Я просто включила песню «Время стекло». Алоха, с вами Эни Стар, и сегодня я снимаю влог. Гуляю на набережной, и тут, короче, вода очень сильно у нас отошла. Река куда-то туда. Видите вот этот камушек? С камеры кажется, что он сантиметров 10, но нет, он метра 2. И он находился под водой все это время, мы его не видели. Это какой-то Стоунхендж, только речной, да. В общем, сегодня я гуляю с Русей. Руся, поздоровайся, так алоха скажи. Да, алоха. Да. Ну я скажу, в общем. Учебный день закончился, бенд закончился, мы занимались, потом теперь пошли на набережную, вот. И все очень круто, погода чудесная, весна, солнышко. Я вас люблю. Подписывайтесь на канал. Увидимся. Я желаю всем хорошего настроения, а самое главное, не обращайте внимания на идиотов. Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать. Вы знаете, почему так? Всегда слышишь какую-то песню, которая просто мимо, где-то там, далеко, и потом она у тебя оседает просто в твоей голове очень долго. Как-то я советовалась раз знакомой. Она сказала, что значит песня очень сильно нравится. А чтобы избавиться от нее, нужно вспомнить концовку этой песни. Оригинали, оригинали, нали. Я сейчас снимаю влог, ну или же продолжаю снимать влог. Вы могли видеть какие-то кадры уже красивые. И начала я снимать или продолжать этот влог в магазине. Снимаю видео, влог, и волосы, как всегда, будут лезть мне в кадр, в лицо. Знаете, только что была в магазине, и я расплачивалась карточкой. Вот. И даю дисконтную карточку. А мне говорят, что когда вы расплачиваетесь карточкой, мы не можем принимать дисконт. Я сначала спросила, странно. Но потом я поняла, у них логика такая. Если у тебя есть карточка, соответственно, ты богат, и тебе не нужна скидка в этой жизни. Хорошо, что они мыслят так позитивно. Но я же студент. В общем, разные есть такие ситуации, смешные, вообще глупые до степени. Кто придумывает эти странные правила, законы? В моем учебном заведении все знают, что вот мы живем в иллюзии, все иллюзия. Розового цвета не существует, это заломление цвета. Чтобы вы знали. Мой канал переходит в познавательный и научно-развлекательный канал. Все, продолжаю снимать влог. Привет. Здравствуйте, Анна. Хорошая девушка. Подписывайтесь на канал. У нас сейчас будет концерт, и все будет круто. Мы с ребятами. Ты сейчас на канал это будешь? Да. Серьезно? Да. Алоха, с вами Эни Стар. Сегодня у нас будет концерт, импровизация. Я продолжаю снимать влог. В общем-то, все супер. Я такая запыханная, потому что я бежала за нотами. Я пошла, потому что концерт уже начинается. И у нас, кстати, в конце будет классный... будет джемсейшн. Вот, посмотрим, что он нам покажет. Надеюсь, все будет хорошо. Удачи нам. Скажи что-то веселое для моего влога. У меня вот есть коверсы, ну, Может, конверсы, а не коверсы? Коверсы. Коверсы. Убирайся, пожалуйста. Коверсы. Да, коверсы у тебя, ну, понятно. Это самый настоящий конвер. Коверсы. Коверсы. Не китайские, ни разу вообще. Не китайские, а с Греции. С Греции? Да. Костя, Ва. Придурок, рот. А это пианист. Скажи привет. Не поддавайся. А что такое? Концерт еще пока не закончился, но номер мы отыграли. Я надеюсь, в этот раз я точно вставлю какие-то фрагменты. Я на это очень надеюсь. В общем-то, еще у нас джемсейшн, так что вот так вот. Сколько людей этим вот персонам? 18 есть? Ты выйдешь? Жека, ты тоже выступаешь? Класс! Никита! Да, конечно, я сейчас чувствую. Никита, давай, погнал. Перехал.